вертикальные жалюзи аркой с грувером или без грувера. С грувером изделие будет выглядеть вот таким образом. Грувер – это пластиковая основа, в которую вставлена та ламель, из которого состоит общее полотно вертикальных жалюзи. Она там свободно может перемещаться. Давайте посмотрим, как изделия будут выглядеть без грувера. Для этого снимем грувер. Вытащим его из кронштейнов для грувера. И снимем кронштейны. Таким образом изделие будет выглядеть без грувера. То есть открытый карниз и видно бегунки, также ламели-держатели и шов. С грувером наиболее симпатичное изделие выглядит, но немножко подороже. Давайте вернем грувер на место. Оденем кронштейны. В нашем случае их 3 штуки. И вставим в кронштейны грувер. Выровняйте его по ширине. Таким вот образом изделие будет выглядеть с грувером. Формируйте свои изделия в карточке товара очень внимательно. Именно по вашим размерам мы сделаем изделие и отправим вам Почтой России или транспортной компанией в любое отделение Российской Федерации, где есть у вас почтовое отделение. Спасибо, оставайтесь с нами. Если информация была полезная, не забываем ставить класс. Подписываемся на канал в YouTube. Также в YouTube можете оставлять вопросы и комментарии непосредственно под тем видео, по которому у вас вопросы. Отвечаем. Возможно, если вопросы будут повторяться, будем снимать отдельные видео, отвечая на ваши вопросы. Всем спасибо, всех благ, удачи!